Это одна из тех команд, которая предпочитает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Альфонсо Дэвис. Леон Горецко. Потери и мяч у соперника. Отличный пас прошел. И доходит пас до него. Как же так, он не попал? А такая возможность открыть счет уже на первых минутах матча. Не хватило его собранности в этом эпизоде. Но игра только начинается, и моменты еще наверняка будут. Джошуа Кимих. Горецко. С мячом Томас Мюллер. Роберт Левандовский. Хорошо тут сыграл. Для Роберта Левандовского сегодня очень важная игра. Внимание он привлек много к своей персоне. Как думаешь, что он покажет сегодня? Он здорово играет в командный футбол. Пара передач и мяч уже в штрафной. Поэтому защита обязана быть начеку. Это одна из тех команд, которая предпочитает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Альфонсо Дэвис. Леон Горецко. Потери и мяч у соперника. Отличный пас прошел. И доходит пас до него. Как же так, он не попал? А такая возможность открыть счет уже на первых минутах матча. Не хватило его собранности в этом эпизоде. Но игра только начинается, и моменты еще наверняка будут. Джошуа Кимми. Горецко. С мячом Томас Мюллер. Роберт Левандовский. Хорошо тут сыграл. Для Роберта Левандовского сегодня очень важная игра. Внимание он привлек много к своей персоне. Как думаешь, что он покажет сегодня? Он здорово играет в командный футбол. Пара передач и мяч уже в штрафной. Поэтому защита обязана быть начеку. Это одна из тех команд, которая предпочитает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Альфонсо Дэвис. Леон Горецко. Потери и мяч у соперника. Отличный пас прошел. И доходит пас до него. Как же так, он не попал? А такая возможность открыть счет уже на первых минутах матча. Не хватило его собранности в этом эпизоде. Но игра только начинается, и моменты еще наверняка будут. Джошуа Кимми. Горецко. С мячом Томас Мюллер. Роберт Левандовский. Хорошо тут сыграл.
Для Роберта Левандовского сегодня очень важная игра. Внимание он привлек много к своей персоне. Как думаешь, что он покажет сегодня? Он здорово играет в командный футбол. Пара передач, и мяч уже в штрафной. Поэтому защита обязана быть начеку.